Друзья, всем привет! Клуб «Трубостроитель», самостраховка для всех шаг за шагом. И сегодня продолжаем совершенствовать падение на живот. Мы делали с колен, а теперь, что более реалистично, со стойки. Да? Для начала можно отрабатывать ноги пошире, чтобы быть пониже, чтобы не бояться, потому что вот такой стойки может сразу не получиться. Поэтому тренируемся для начала. Встали с колен, то есть мы работали на коленях, да, сейчас встали с колен, ножки, и отсюда погнали. Руки также. Встали опять и погнали. Да, руки можно, как бы вот не так, можно чуть-чуть маленьким треугольничком, как удобно, просто у всех разные плечи, но принцип, вот так руки должны быть, могут так немножко здесь играть, и заключительный разочек. Это страховка на живот, когда неожиданно приходится падать вперед, чтобы не разбить лицо, не сломать кисти, не сломать плечи, локти. Почему такая страховка получается при падении большую площадь? Часто бывает так, что некоторые сверху падают, отсюда сначала упираются кистями. Если кисти не сломались, это хорошо, здорово. Но есть большая вероятность, тем более, если руки холодные, не размятые или не готовые, то идет страховка сначала на вот это дело и на кисти. Кисти могут не выдержать, это более травмоопасно. А таким образом даже можно падать. Здесь нет асфальта, вот, но даже было на асфальт. Но лучше сделать так, чем лицом удариться головой об землю. Поэтому всем безопасной страховки. Спасибо, Антон. Всем удачи, пока.